Так, ну а что, мы уже вышли, готовимся к поездке, к маленькому путешествию. Саша меняет дворники. Малышки в машине. Как я уже и говорила вам, планировали мы поехать в Асеновград. Всем привет, не помню, стараюсь не здороваться. И съездим там, переночуем до завтра, потому что хочется охватить больший объем сразу посмотреть, и по городу погулять, и в крепости съездить там. Вот, поэтому отдохнем, посмотрим. А следующая неделя просто очень-очень рабочая будет, очень ответственная и очень рабочая. И хочется немножечко как-то обновиться, освежиться перед большим творческим масштабным путем. Поэтому нельзя забывать о досуге, нельзя забывать о расслаблении и об отдыхе. Поэтому, да, кстати говоря, вот эти два дня, то, что вот напряженные были достаточно, там, организационные всякие, там, документальные, да, я прям утомилась. У нас вчера поэтому даже видео не было, мы взяли выходной. Да, я утомляюсь быстро, когда какие-то дела не душевные. Вот. Сегодня пойдем делать душевные дела. И уже, надеюсь, в следующей неделе там тоже будут уже клевые душевные, душевно-недушевные дела. Потому что мы еще ничего не знаем, и почему-то навигатор показывает одну дорогу, а потом она резко раздвоилась на мост и на дорогу. Естественно, мы поехали на мост, оказалось, что не туда. Вот. Сейчас немножечко удлинится наш путь, но ничего страшного. Главное, в том направлении едем, а то могли бы куда-нибудь в другое направление. Так, мы в Асеновграде, поехали в Градский парк, выгуляемся, где-нибудь найдем пообедать, потому что у нас заселение в 2 часа дня, мы специально поехали немножко пораньше, чтобы познакомиться с городом, поснимать, а потом поедем заселяться. Здесь, конечно, красота, город прямо у подножия гор, интересно. Потому что в Пловдиве город строй как бы вокруг да около, а здесь прямо под ножом. Красиво. Градская градина. Припарковали машину там где-то, но возникли вопросы у нас. Наверное, мы переставим на вот этот паркинг. Здесь, смотрите, какая-то маленькая речушка есть. Детки у нас пока на каруселях катаются, мы с мужем дошли до реки. Какая-то река. Ну, так красиво, конечно, вообще. В честь него, наверное, назван город Асеновград, да.
честь царя Ивана. Немножечко прогулялись в парке городском. Небольшой парк. Сейчас тоже пристегнется. Поели мороженого. И сейчас поедем в палеонтологический музей местный. Вот, посмотрим. Там Саша говорит, скорее всего, только одни кости. Может быть, детям будет неинтересно. Но, может быть, нам будет интересно. Поэтому съесть. Течения какие-то. В общем, ладно. Зубы по состоянию, походу, лучше наших. Тут даже кариес нет. Сами видели, музей не очень большой, и такое самое интересное, это была эта огромная костяная фигура, как это называется, скелет какого-то животного древнего. Ну, впечатляюще, да. Все остальное, конечно, такое же, как бы, немножко скучненькое. Ну, для маленьких детей тоже там вот, ну, у нас, хотя младшая, ей очень понравился этот большой скелет. Она испугалась, даже не фотографировалась на фоне его. Очень интересный попался комментарий под предыдущих видео, наверное. Я сейчас просто, пока ехали в машине, почитала комментарии. И очень благодарю за этот комментарий. Да, мы никогда не строили бизнес, тем более в Болгарии, все верно подмечено. Хотя навыки продаж, переговоров, коммуникативные вот эти вот умения, они у меня есть, потому что я 9 лет работала в сфере продажи недвижимости, и тоже был период, когда строила себя деловую. Сейчас же мы хотим все примитивно, просто и легко,
начать строить бизнес. Тут уже и другой подход у нас. Хотим все это делать в легкости. Бизнес, в принципе, уникальный. Дело будет уникальное. И очень-очень полезное для людей. Чего мы ждем от бизнеса? Только пользы. Потому что, когда ты делаешь любимое, полезное, ты уже просто кайфуешь. Потому что чувствуешь, насколько востребован тот продукт, который ты предлагаешь людям, насколько он полезен. И да, мы делаем это все примитивно, просто. Хотя вот у меня были сейчас встречи, да, с людьми, и есть люди очень деловые, есть попроще, вот. Но мы из себя никого не строим, мы люди простые. И на ваших глазах, в том числе и мы сами, то есть показываем для вас, да, наш эксперимент. Обязательно ли быть непростым, деловым, одевать маску, чтобы чего-то добиться? Или можно с улыбкой, с открытым сердцем входить в любые двери, знакомиться с людьми любого статуса и при этом при всем строить хорошее, достаточно крупное дело в Пловдиве? Давайте вместе посмотрим. Вы следите, и мы тоже будем следить за нами. Так, мы приехали в новый парк, в какой-то другой, тут тоже погуляем. У нас тут догонялочки играют, догонялки и прятки. Кстати, погода стала более-менее сносная, терпимая, тепло, не жарко. Так, ну что, мы приехали. Мы, в общем, где-то в горах, прям высоко. У нас перепонки, уши. Вот наш отель. Тут во дворах пальмы вон растут. А там вот, ну, прямо у подножия горы. Горы. Камера, красиво, камера, да, что-то плохо берет немножко. Вот у нас бассейн.
Ну что ж, наш отзыв. С внешней стороны симпатичный. Зашли во двор, тоже так вроде как уютно, симпатично. Скажу сразу, что на букинге вообще нет много вариантов. Но я смотрела через приложение. Сейчас я уже зашла через сайт, и просто через браузер. И такое ощущение, что выдает больше вариантов. То есть это как бы на будущее, может быть, и для вас, и для нас. Что не все можно найти, видимо, в приложении. И мы сели сразу, думаем, пообедаем. Во-первых, потока такого нету, да, здесь людей, то есть как бы это закрыто такого, ну, закрытого плана маленькие отели. И мы, наверное, минут 40 ждали еды и всем приносили. Вот как будто такое ощущение, что на одной сковородке готовили. Вот сначала одну пожарилось, потом вторую пожарилось, потом третью. То есть мы все поели по отдельности. И потом нам показали, где наш номер. Это было что-то с чем-то. Так как он побольше, у него одно маленькое окно. У большого номера, ну, там квадратов 25, может быть, 30. 25, может. Одно маленькое окошечко. Знаете, куда оно выходит? Сейчас покажу. Вот там, видите, крыша и камин. Вот это вот окно. Представляете? То есть на крышу. Я в таком каком-то шоке была просто. Потому что ты когда бронируешь, там тебе пишут, терраса есть, все. А я говорю, что мы приехали на горы смотреть на стол. Нам поменяли на другой номер. Уже очень-очень маленький. Очень маленький, но хотя бы вот с таким видом. Вот. То есть сейчас, конечно, уютнее и приятнее находиться на балконе, чем в номере. Там квадратов 15, наверное, может меньше. Нам четвером после нашей хорошей квартирки в Пловдиве. Здесь, конечно, некомфортно. Все это удовольствие стоит 140 лев в сутки без питания. Вот такие вот цены. Мы еще пообедали на 60 лев и остались голодными. Что-то я квартир посуточно находила, одну классную квартиру посуточно, но она занята до следующей пятницы. Вот. Наверное, лучше... А взяли вот этот выбор пал, были по такой же цене, только с игровыми площадками, были подороже завтраками, но не было фотографий игровой площадки. А здесь был бассейн, и мы выбрали бассейн, чтобы дети его плавали. Вот. Хотели как лучше, получилось как всегда. У нас даже был вариант сегодня, может быть, вообще и в Пловдив даже вернуться. То есть как бы смысл здесь ночевать, если нам некомфортно. В общем, посмотрим. Ну, на сегодня мы с вами попрощаемся. Никуда больше не поедем. Скорее всего, завтра в каком-нибудь монастыре. Посмотрим. Вот. Пока буду любоваться горами. А дальше будет видно. Все. Всем спасибо.